Всем привет, я на очередном этапе трофи. Покатушек, соревнований. Народа тьма, это самые большие соревнования по трофи, которые считаются, по-моему, за тот год. Народа очень много. То есть тут у нас идет первая трасса, здесь идет вторая, и здесь идет самая жесткая трасса. Там просто невероятный скос. Все это покажу в видео. Снял модели NH10, как кто едет. То есть еще солнце, погода отличная. Ну, смотрите, как они едут. Костя вчера тут был, смотрел. Так, нормально. Тихо. Как Серега сейчас, бочком. Так, нормально. Где-то смотрел выпуск Топ Гира в Южной Америке, где они по дороге смерти ездили. Вот там реально страшно. Даже на компе смотреть страшно. Ага, она идет вдоль гор, она тоже с серпантином. Да. Колеса вывернули сейчас. Назад. Назад, чуть-чуть. Миша, сильно на склоне стоишь. Да не, вроде нормально. Вот там выставится. Потихоньку. Да, есть такое, что трассу прокладываем, а вот эта логистика, но она, видишь, она замыкающая получается, по факту. Действительно, не всегда удачно получается. В принципе, как вроде танки проходят, но бывают эксцессы. Потихоньку вот сюда. Не дергаемся. Так, хорошо. Вот сюда. Запасом, да, я так смотрю? Да, запас хорошо. Отлично. Аккуратно с воротами. Так, есть, перед прошел. Так, в пути почти 5 минут. Давай. Ну, в смысле, они уже штрафа нет, ты их прошел. Не, говорю, их физически можно убрать. Я понял. Тихо. Резко не дергай. Я держу. Ровно. Хорошо. Потихонечку. Ну, конечно, я думал, там сколько руки, и все. Я буду делать. Ворота же. А ты где-то тут спил, тоже попал. Блин. Да я просто забыл, что он лежит тут в дороге. Пролез. Ведерко наше. Я все видит. Ну давайте сантраки, ладно, была не была. Ну че же их зря не катают. Да куда тут торопиться? Вот
Парковые машины, парковаться не надо. Да, легко. Легко, как и нормально. 4 минуты остается. Сейчас он уходит. Боялся. Да не знаю, после волос там вообще задача. Один читер у нас будет. Вот на рыбу-то, а? Ну, было дело. У тебя такие фокусы, что ж нам кости вытворяют, я боюсь. Молодец. Да. Она как танец устроила. Надеялся, что подскочу. Да, то же самое практически. Да замолчи ты быстрее. Там какая-то Серега очень утянула, не пила. Он там вот получил сразу. Пумбим в глаза пустим. Ворота широкие, потому что камень есть. Итак, друзья, уже подходит к концу соревнования. В общем, ставьте лайки и подписывайтесь.
Также пишите комментарии, какая модель вам больше всего понравилась, как она едет. Ну, все, всем спасибо, всем пока.